Встреча называлась «Через книги к добру и свету», и разговор состоялся, соответственно, о добре и дружбе. Библиотекари показали детям книги, рассказали о них, читали стихи и сказки о добре. Библиотека у нас любимый наш гость. Наши детки тоже с удовольствием посещают библиотеку, и я думаю, что это в дальнейшем им пригодится для того, чтобы, когда они пойдут в школу, они понимали, что библиотека им дает, что книга в их жизни значит. Некоторые из детей этой группы уже ходят в библиотеку и отлично знают рассказы Николая Носова, Юрия Яковлева, Валентина Катаева. Тему добра и дружбы малыши буквально пропустили через свое сердце. Доброта – это когда даришь маме цветы, жалеешь и радуешь маму чем-то удивительным. Мне понравилось то, что когда нам рассказали о доброте и рассказали о книжках, мне очень понравилось. Я жалею, когда Кирилл плачет. И когда Даня тоже. Маме и папе, всем, кто живет в этом мире, надо помогать и любить. В наступающем учебном году сотрудничество коллектива детской библиотеки с педагогами лесной сказки продолжится. Уже в сентябре состоится встреча, где они составят план совместной работы.